Друзья, матч стартует. Матч стартует, и мы попадаем в режим лайв сразу. Карта ДКш, команда бот. Здоров будет играть. Здоров. Здоров играет в защите. В атаке играют немецкие боты. И русские боты бегут просто. Твою ж ты. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот это замес. Вот это агрессия. Ребята, кто... Инфернокович, ты должен тащить. Нет, мип-мип убивает Нюкевича. И Транидж... Трейн... Трейнов тыкается, надо попадать, подводит, стрельба, ставится бомбой. И это будет клатч 1 в 4. 1 в 4, Трейнов сейчас попытается затащить, его немножко крутит. Мышка не настроена, но он борется до последнего и в итоге всасывает на медле против мип-мипа. И немецкие боты берут первый раунд. Трейнову остается Инфернокович. У Инфернокевича есть скаут, и он пока что не понимает, на бомба или на Б. Все, бомба встала, надо тащить, на него бежит мип-мип, и это... Куда ты, блядь, смотришь? А, я извиняюсь. Инфернокович должен сейчас утащить. Выходит на прямую перестрелку. И... Не может никак нажать мышку. И попадает это бинго. Но он остается 2 в 1. Бомба очень сложная. Посмотрите, стоит прямо на трупе. Инфернокович пытается найти, куда бы ему здесь можно было зайти. Начинает дефузить бомбу на морозе. Но ниндзя-дефуз не получается. Ками забирает 3-0. Слушайте, немцы какие-то злые. Мирошенко идет на центр, чтобы кинуть гранату, но что-то он... Отличная граната. Кэшев идет помогать ему, и они... Вот это, твою мать-то, а? Что? Кстати, с бомбой зашел. Ставится бомба, этот зашел на КТ. Эти сидят и не понимают, что нужно делать. Ситуация корвалол. На медле Кэша. Так, Нюкевич. Нюкевич может ответить, если... Но... О, ёптвоё. Ну, зажимает. Надо добить. Хедшот. Хорошее попадание. Хороший выстрел от Нюкевича. Нюкевич дает минус 2. Достает нож. Бомба сильно пищит. Трейнов. Ну, видите, могут наши боты. Но Тейлс выигрывает этот раунд на бомбе. И 5-0. Я не могу на это смотреть. В России Counter-Strike нету, что даже боты сосут. Как же надо ж убивать. А вы-то... Какого вы хрена стоите? Что вы здесь делаете? Да тут 2 плента на карте. Я не понимаю, что... Почему они... Они просто стоят и ждут этот вообще. Вот это взгляд в ящик просто. Смертельный взгляд Инферноковича. Он просто испепеляет этот ящик своим взглядом. И, по-моему, это четкий сейф, пацаны. В меньшинстве сейчас 99 damage, ставят бомбу. Вот здоров, надо что-то придумывать. Надежда вся на Инферноковича. Он испепелял ящик. Вот это, посмотрите, какой, ёб твою, опасный, а! Это просто все. Это раунд за нами. С таким игроком. Вы посмотрите, он крадется, как дракон, просто затаился. Давят, пацаны. Я и твою мать, дефуз забыл купить, и это жопа. 4, 3, 2, 1. Есть же первый пистолетный, я так и знал. Взяли, пацаны, просто 5. Все. Пока Нюкевич пытается собраться, играя с петухом на центре, а атака бежит на мидл. Как раз таки Нюкевич должен отвечать. Кэшев с АВП, и, по-моему, он видит соперника. И вот это фаззум. Егор Маркелов может только завидовать такому четкому снайперу. Выход на Б-плент, но на этот раз бомба у наших ребят. Нюкевич должен попасть, бомб кэрри. Да, бомба падает на Б, и тут больше никого. Есть шансы на этот раунд. Опа, гуськом, стратегия. Все, это просто, у этого парня яйца спауна, реакция слона, прям как у меня. В итоге ему сразу дают колобаху, посмотрите, пополз, обосрался, ползет обратно. Блять, где мы, парни, какого хрена мы здесь делаем, что тут, куда ты, ёб твою мать, куда он залез? Падает, бомба ставит, оп, смотрите, агрессивный стиль игры с АВП и поползли. Ползли. Все, Devil May Cry какой-то получается. Маркос сейчас будет целиться. Выходит на Кэшева. Понимает, что нет, туда не буду смотреть. Смотрит на тачку. На тачке сидит наш пацан. Бездействие со стороны российской команды. Немец начинает просто...